Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, сейчас в этой серии, ребята, мы уже себе прокачаем нашу третью команду по счету. В предыдущей серии мы вообще охренеть, как быстро прокачали уровни нашим покемонам. Очень быстро мы прокачали их. Давайте как раз вот это все сейчас сюда сложим. Что тут есть? Мы отсюда заберем, ну, полстака. Вот так. И сейчас... Так, еще вот тут. Есть, чтобы просто очистить инвентарь, потому что у нас куча тут всего. Ресурсы тоже вот сюда можно. Это тоже сюда можно. Алмазики тут оставим. В принципе, сейчас уже давайте... Хотя, смотрите, сейчас мы... Это тоже сюда. 18. Нам нужно за тростником сейчас гонять. Что мы сейчас и сделаем. 25 покемонов еще осталось, чтобы прокачать, ребята, орб. Так, берем стак. Мне кажется, нужно уже продолжать тоже собирать тростник. То есть, там, конечно, еще есть пару стаков, но такими темпами те стаки очень быстро разлетятся, мне так кажется. А тростника у нас тут есть нормально, поэтому собрать всегда можно. Сколько мы собрали вот только с этого? Еще стак мы собрали. Ровно стак? Нифига себе. Давайте тогда сразу вот так. Чтобы на два стака раркенди хватило. Ну, вообще, чтобы хватило. Кто это у нас? Вот, тебя тоже можно. Сейчас быстренько туда сбегаем. Может, еще кому-то хотя бы уровень, еще кому-то два прокачаем, чтобы еще меньше раркенди тратить. Нам сейчас нужно, если я правильно посчитал, 55 раркенди. У нас есть 40. Еще так. По сути, нам нужно еще 15. Так. Если сейчас еще хотя бы... Вот, сейчас мы еще арбак уровень прокачаем. То есть уже не 55 нужно будет, а 54. А, нет, не прокачали. Вот, зараза. Ладно. Дальше. Это что за хрень? Охрененно мы упали. Точнее, сюда. Тут, я помню, мы зуба-то, да, искали и не нашли. Как раз вот тут. Офигенно. Вообще офигенно. Яму так оставили, чуть не... Зато сейчас немного железа пособираем. Железо нам нужно. Раз уже спустились так неожиданно в шахту, то... Сейчас мы соберем. Если вот тут есть, так нормально, почему бы не собрать. Как раз пережарим вот то все. Нет, уголь мы уже не будем собирать, нам не нужно. Так, сейчас. Так, это тоже собираем. Раз, ребята, мы уже спустились в шахту, то сейчас добудем что-то. Так, тут у нас тоже, да, железо. Просто железа у нас реально не так уж и много, а железо нужно. Так, сколько мы собрали уже железа? 25, практически стак, ребята. Только то, что мы уже минуту тут сидим в этой шахте, мы уже практически полстака собрали железа. Нормально, сейчас вернемся, пережарим вот это. Давайте еще вот это тут соберем. Может, еще немного ниже спустимся, не за ресурсами, а хотя нет, я думал, там где-то фосилы есть, но в этой шахте мы уже были, поэтому не нужно. Так, вот тут еще есть. Смотрите, мы только сюда спустились, у нас уже сейчас стак вот этого железа будет. Там лава где-то, да? Поэтому сейчас аккуратнее нужно. О, хотел словить, ну ладно. Так, тут нифига нету. В принципе, реально словить нужно, то есть таких покемонов, которых у нас еще нету, в принципе, как раз нужно ловить, чтобы нам хватило на следующие команды. Да, тут уже как бы мы были, там куча еще железа есть. Ну да ладно, ребята, идем мы домой.
Быстренько ставим вот это все на пережарку. Покупаем себе золото. Так. И прокачаем нашу, ребята, третью команду по счету. Так. Магмуртар уже 61 уровень. Так, это значит вот сюда. Это тоже. Так, делаем. А, нет, не делаем. Нам же еще точно, нам же еще золото нужно. И, ребята, третья команда по счету. Так, покупаем. Я не знаю, сколько нам там нужно. Давайте уже вот это все заполним. То есть, чтобы хватило. Вот так. Вот так. Вот так. Нормально. Яблочки. Вот сюда. Вот. 10 яблочек нужно оставить. А на вот это все, в принципе, уже можно делать. Сколько тут у нас еще хватит? Вот так. Вот так. И еще, может... Вот, отлично. А, еще тут у нас есть, точно. Так, и все, да? Да. 48, охренеть. Сейчас. 41. Ох, только не говорите, что у нас уже глустона нету. Пожалуйста. Пожалуйста. Если нету, нам опять нужно, ребята, будет возвращаться. В ад только за глустоном. Сейчас посмотрим, сколько у нас там его есть. Нет, еще два стака есть, нормально. Как раз на два стака Раркенди. Не прям много, но... Так, это тогда вот сюда, это тоже. 7. 7 яблочек. Тогда давайте еще вот это. 7. И вот это тоже 7. Отлично. Это точнее сделаем сейчас еще на вот это. Вот так вот. Так. И вот так. 1,5 стака Раркенди. Офигеть. Ну что, ребята, прокачаем первый люксрей. Так, давай. До 60-го. Тандерсвак. Я не знаю, что, если честно. Да фиг его знает. В принципе, мы тебя уже и так откладываем. Можно сказать, эту команду мы уже прокачали. Так, сейчас Глума. Отлично, люксрей уже прокачан. О. Стан, Слип, Гигендрейн. Ух, я даже не знаю. Давайте вот так, в принципе. Еще один. Сейчас Самурот. Так, еще три. 60-й. Сейчас Тараптор. Так. Можно вот так. Какой-то там 55-й, 57-й, 58-й, 59-й, 60-й. Отлично, ребят. И сейчас еще Арбука. Я не знаю, какой он там. 51-й, 52-й, 53-й, 54-й, 55-й, 56-й, сюда 56-й, 57-й, 58-й, 59-й, 60-й. Вот, ребята, наша третья команда по счету прокачанная. Магмартар, 61 уровень. Шайни. Люксрей, 60 уровень. Глум, наш... Как его там? Я забыл! Нет, я забыл! Рискованный Глум или как-то так, который словил кучу покемонов своей. То, что как раз мы когда били покемонов, он им оставлял по пару хп, чтобы как раз их словить можно было. Рискованный Глум, 60 уровень, Шайни, Самурот, который мы тоже нормально так прокачались, 60 уровень. Стараптор тоже Шайни, на котором мы летали. И Арбок, 60 уровень, тоже Шайни. Сколько у нас? 1, 2, 3, 4 Шайни в одной команде, офигеть.
Нормально, ребята. Так, сначала, пока мы выложим вот этих покемонов, давайте сначала мы вот это все выложим тут, чтобы инвентарь чище стал. Так, это я не знаю, там можно что-то... Ну, сейчас давайте посмотрим, что сюда можно сложить. Больше ничего. А у нас тут нету случайно где-то сундуков, две штуки? Нету, ладно, давайте сделаем. Так. Сейчас тогда сделаем себе два сундучка. А то у нас уже, в принципе, и места нету на вот это. Нету места на вот это, да? Нету места на темпе. То есть первый сундук уже заполнился. Сейчас вот сюда, сюда. Вот это. И вот это. Отлично. Так, сейчас. Вот. Еще 33 ракенди осталось. Офигеть. Сюда я не знаю. Нет, там не видно. Так, тогда что бы туда поставить? Может... Ах, твою ж... Сейчас. Сейчас. Давайте тогда... Вот так. И вот так. Отлично. В доме напал. Вот ты... Отлично. Так, сейчас как вот это делается, я уже забыл. У нас кожи есть немного, конечно, но все же что-то да есть. Так, сейчас давайте-ка мы вот это возьмем. И половину вот этого. Вот так. Или как там делается вот это? Я и забыл. Сейчас, может, вспомню. Да, вот так. Ну, в принципе, одной нам хватит. Столько сделали я вот этого. Как его? Палочек сделали. Так, давайте, в принципе, это тогда вот сюда, да? Вот это я не знаю. А это что тут у нас вообще? А, ну это мы уже все отсюда пособирали, да? Так, ладно. Тогда сюда тоже нам темки нужно. Так, это сюда, что уже туда не остается. Сюда, ребята, вот это. Это. Так, это сюда. Это сюда. 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 Сейчас вещи это сюда. Что тут есть? Все, да? Да. Так, отлично. Фух. А там у нас еще что-то в рюкзаке, да, есть? Да. Ладно, это забираем, это тоже. Так, давайте сначала очистим, что-то там можно выкинуть. Это. 5 штук, как бы, чтобы очистить. Это тоже. Это, в принципе, тоже. Все. Как раз сейчас, перед тем, как выбирать новую команду, мы немного расчистим наш инвентарь, а то всегда он такой не очень чистый. Так, это тогда вот нам сюда. Это тоже. Левелболы у нас вот туда. Отлично. Все. Сейчас это снимаем. И ставим в компьютер, ребята, нашу третью прокачанную команду по счету. Так. Вот так. Это что, Глум у нас есть еще один? А у нас есть Шайни Одиш еще один. Да, вот, значит, этого Шайни Глума выкидываем. Я помню, я давно хотел, но я как бы забыл. Потому что у нас, в принципе, вот сейчас прокачанный Глум есть, Шайни Глум. Зачем нам еще один Шайни Глум? Я понимаю, то есть... Еще один Шайни Одиш, да, Одиша мы же сможем... Хотя нет, Глума же мы тоже сможем. Но зачем тогда нам еще один Шай... У нас есть Шайни Глум, зачем нам еще один Шайни Одиш и зачем нам еще один Шайни Глум, да? Шайни Одиш, ладно, так как мы сможем его прокачать с помощью солнечного камня. А вот еще один Шайни Глум как бы не нужен, да? Так, сейчас... Тогда я не знаю, этих можно выложить, да? Шайни Мичикарп, Шайни Панчирису. Так, новый... О, наш Кьюагр. Легендарный. Так, ребята, набираем новую команду.
Я там помню, много людей писало взять, ну, как бы мы тоже опять опрос устраивали, да, как я говорил, вы, то есть вы можете поставить, составить команду, которую вы хотите, чтобы мы сделали следующей командой, да, какую команду вы хотите. Огненный, ты пиг. Дальше у нас какой там идет? Электрический. Электрический, кто у нас есть? Почерису, ну ладно. А знаете что, ребята? А вот не возьмем мы Шайни или Кида в нашу электрическую команду. А возьмем мы Шайни Иви. Из Иви же сделаем Желтеона. Желтеона. Это что такое? Два Шайни зуб. Ладно. Опять или баг, или хрен, не помню, ладно. Так. Огненный Типиг. Электрический Шайни Иви. Той же сделаем из Желтеона. Сейчас кто там у нас третий по счету был? Травяной. Травяной, травяной. Не будем мы опять Шайни Одиша брать. Нужно кого-то другого взять. Потом мы возьмем еще в другую команду. Ну, то есть, зачем... Сейчас, ребят, я что-то уже сам путаюсь. Просто смотрите, зачем нам брать в две команды подряд Шайни Одиши? То есть, ладно, в предыдущей команде был травяным Одиш. Сейчас давайте кого-то другого возьмем, чтобы не было в каждой команде Одиши. Вот что я еще хочу сейчас посмотреть. Вот Шайни Джиудут, как раз смотрю, значит обычного можно выкинуть. А это кто? У нас есть и обычный Зубат. Вот твою ж, тогда выкинем, я как-то забыл. Так, кто у нас еще есть двойные? Нет, больше никого. Так, ребята, сейчас кто у нас идет по третий по счету травяной, да? Травяной, травяной, травяной. Кто у нас там есть? Тут в этой, ну, Белли, Снайви, вот. Да, точно, Снайви. Сейчас водный. Водного, ребята, мы возьмем Скветла. Вот, это понятно. То есть, ну, как понятно, нужен нам Сквиртл. А вот летающего я даже не знаю. Вот Шайни Фира у нас есть, обычный Фира у нас есть, это в первой команде. То есть не будем его удалять, так как он с первой команды у нас прокачанный есть. Сейчас Шайни, не Шайни, а летающий. Только не говорите, что у нас больше летающих нету. Охренеть, ребята, нам нужно летающих ловить. То есть тут у нас кто... Шайни Пиджиот был во второй команде, в первой Фиров был, в третьей Старрапптор был, а вот в четвертой у нас опять Фирова брать? Или Арчиопса? То есть Арчина, ну, как бы. Офиг его знает, давайте еще раз посмотрим летающих. Ну, больше честно, если честно, я не вижу тут летающих. Кто еще может быть? Вот тут никого. Вот тут... Глейгар или Зубат? А на Голбате можно летать? Что-то я как-то сомневаюсь. А, я не знаю, ребята, можно ли на Голбате летать. А, ладно. Так уж и быть. Быстренько посмотрим. Да нет, Покеспаун. Голбат. Только ради эксперимента, ребята. Я вот этого Голбата удалю, то есть только чтобы посмотреть. Нет, на нем нельзя летать. Что тогда, Шайни Фирова берем, больше у нас никого нету. Вот Тропиус, я не знаю, можно ли на Тропиусе. Ой, нет, что-то ты Тропиус. Да, на Тропиусе можно. Отлично, это уже хотя бы нормально. Но он же вроде тоже травяной, да? И флайнг, и летающий травяной. То есть, ну, в принципе, да, то есть, ладно. Пускай будет еще один травяной, но как бы это травяной не потому, что у нас два травяных, да, в команде будет, а потому что он может летать, и как бы нам нужно как-то передвигаться, чтобы летать. Нужно кого-то взять, даже если он там травяной. А Глейгар? Ну, понятно, что, мне кажется, на нем нельзя. Так,
Больше у нас никого нету, на ком можно летать. Нет, ребята, больше никого. Можно Меджикарпа, то есть, но Баттерфрей нельзя, мне так кажется. Ладно, берем тогда... Да давайте Тропиуса, давайте Тропиуса. А вот дополнительного я не знаю, ребята, я не знаю. Может взять дополнительного Граймера? Да, пускай будет Граймер. Да нет, конечно, я шучу. Какого Граймера? Мериолу возьмем, ребята. Какого Граймера? Риолу. Вот, красавица. Так, сейчас. Если она эволюционирует с помощью... Нет, вот тут с помощью счастья. Только не говорите, что у нас нету. Так, это что это опять тут делает? Так. И это что опять тут делает? Так, давайте, ребята, посмотрим. О, лакей, точно. Вот это я хотел взять, чтобы потом быстрее прокачиваться. И это что тут делает? Да ну, вы что, прикалываетесь, что ли? Я что, всю... А, нет, вот, отлично. Я уже думаю, да ну нахрен. Фух. Все, да? Тут у нас... Так, чтобы не забыть, нам нужно один камень вот этот, чтобы потом эволюционировать. Иви, Шайни Иви, так, как раз Шайни Иви, смотрите, ребята. Шайни Иви. Иви! Вот, ребята, наша команда, огненный Тепиг. Вот этот, Иви! Электрический Шайни Иви, то есть желтый он. Так, это у нас там кто? Сейчас, ребята, пока... А, он уже пропал. Нет, не пропал. А я не помню. А хотя нет, мне кажется, у нас есть Голдин. Шайни. Так, ну ладно, смотрите. Огненный Тепик. Потом электрический Шайни Иви, желтый он. Потом травяной, да? Снайви. Потом водный Сквиртл. Раз, давайте вылечим, а то я вижу, что вот так. Потом... Летающий у нас Тропиус, как бы тоже травяной, но больше у нас летающих нет. У нас сейчас только Тропиус, и у нас сейчас только Шайни Фиро есть. Нам нужно, ребята, еще летающих взять где-то. Так, Тропиус. И дополнительный Риолу, ребята. 29 уровень уже. Уже. То есть тебе нужно прокачать еще. Еще 31 уровень. Так, тогда давайте сейчас. Лакеч вот сюда. Так, это поднимем. Сюда. И вот это вот сюда. Отлично. Так, это давайте опять поставим. Это кто у нас там? Ладно, он летает, опять его догонять. Это вот сюда. Отлично. Вот, ребята, наша новая команда. Отлично. Четвертая по счету, да? Вообще офигенно. Мы и уже, в принципе, нормально то, что мы летать можем на Тропиусе, да? Так, а у нас... Сейчас. Алмазики. Есть 35 алмазов. Нам нужно, ребята, еще закупить немного покеболов, чтобы ловить еще покемонов. Кто еще есть летающий, ребята? Кто из летающих еще есть? Кого у нас нету, кроме вот этих, кроме легендарных, кроме Молтреса, Артикуна и Забдуса. Хрен его знает. Давайте вот так. Даскболов у нас есть, давайте еще немного. Да, в принципе, как немного, давайте вот, отлично. Так, тогда сейчас. Сейчас давайте опять. Хотя нет. Да твою ж. А, ну ты. Я и забыл, что у нас же новая команда. Так хотел. Да ты ж так на нас напал, сейчас с одного удара его убьем. Нашим магмартором, да? А сейчас хрен мы его вообще убьем. 19 уровня. Ну, Тропиусом убьем.
Да. Так. Так. Так, что я хотел? Что я хотел? Это сюда. Давайте тогда это пока что сюда поставим, чтобы не мешало. Это тоже, это тоже. Это тогда, в принципе, тоже. И яблочки тоже. И ракенди тоже. Вот так. Тогда, чтобы каждый раз не бегать, давайте возьмем еще тут полстака вот сюда. Отлично. Отлично, отлично. Сейчас. Так, нормально. Фух, сейчас я еще... Да, вот что я хотел проверить. Это же не спускалось у нас. Из-за того, что там хлебушек и вот это было. Так, картина. Эх, сейчас картину опять ставить. Ну, зато уже нормально, ребята. Еще одна новая команда. То есть четвертая по счету. Четвертая по счету наша команда. Ну давай ты. Чё ты? А, падает в эту. О, там был шайни. Ну или пропал. О, кто? Твою мать, да дайте посмотреть, кто шайни. Быстро. Старки, а, значит, не нужно. Ох. Ладно, ребята. Тогда сейчас картинку мы еще вот эту поставим. И в следующей серии, ребята, мы уже продолжим прокачивать нашу команду. Сколько там еще орбу осталось? 17. Ну, в принципе, орб, можно сказать, у нас уже тоже прокачанный, поэтому... Во! Так. Все, ребята. На этом давайте закончим эту серию. И, ребята, ставьте лайк, что мы прокачали третью по счету команду. И в четвертой у нас, ребята, Риолум. Да. Все. На этом закончим эту серию, ребята. Ставьте лайки. Не забываем, чем больше лайков, тем быстрее выйдет серия. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи. И всем пока.